И работа, когда я получаю ради отдачи по отношению к ближнему, в этой работе, по отношению к этому ближнему, я подобен Творцу, когда Он тоже отдает. В этом я называюсь Адам, человек. До этого я не называюсь человеком. Понимаешь, если я нахожусь в исправлении еще пока, бины, это уровень святых животных. Это уровень животный. Это пока еще не уровень говорящий, ангел. Не желает ничего для себя. Не пробуждает свои желания получить. Тем, что я становлюсь подобным Творцу в получении ради отдачи, я раскрываю свойства отдачи, по-настоящему свойства отдачи. Здесь я только как бы защищен, я желаю не относиться к получению. И тогда, тем самым, что я уподобляюсь действию отдачи Творца, я раскрываю его по-настоящему. И есть у меня здесь наполнение ради отдачи, получение ради отдачи, работа в своем отношении с Творцом. И здесь я раскрываю его. И когда я раскрываю здесь, я раскрываю также, что мое отношение к группе и к Творцу — это то же самое.